Так, ребят, короче, я на гуф ОСК зашел. Ну, короче, подождем немножечко. Я не знаю, в какой там стадии все это дело находится. Вот. Сейчас проверю стримы чьи-нибудь. Может быть, там есть еще это стрим. А у Гаунлет СК2 стримлит. Так, Микелес, я хз, почему у Димаги там стрим на ГГ офлайн? So far, he's moving in more payments here behind this. Whoa. Is B-Lord. Two bangs for one Murray was. My God. Such efficiency. Так, давайте посмотрим. Здорово всем. Вот эта пара оппонент, победитель будет оппонентом Мината. Думаю, вполне по силам ему одолеть того и того. Танк-танк, корейский тиран, Б-Лорд, это зерк австрийский. Ну, танк-танк не очень сильный тиран, признаться честно. Ну, смотрю, шатает, ходит. Да, здорово всем, братва. Подключайтесь заново сюда. Так, танк-танк паузу просит. Так.
also look at combat shields, both popular plus one attack or tank. Look to finish as well. So if B-Lord decides to continue pushing across the map, he's going to meet upgraded Marine. He has to be very careful while he does this. The medevac stopped moving for a second. The boost happens. Will the splash get the second one? Oh, no, he shoots the... Национальная платежная карта «Мир». Узнайте, где открыть карту. Так, ну тут танк что-то потерял медиваки, походу. Как-то по-левому. Да, лорд тут бегает, что-то минки выбивает. Так, третья цешка полетела. Ой, как минка больно мутки делает. Два муталиска минус, ну хорошо, что только два. Вот если было бы здесь четыре минки, то мутки бы вообще бы больно бы стало. Или три хотя бы, потому что тогда под трех минок 120 сплэша было. Кто рядом бы находился из муталисков, могло бы не три погибнуть больше. Так, танк давит. Минки стреляют. Все, мув Бэйном наконец-таки доделся. Поперся бы лорд вперед. Взрывает минки не слабо там. Пытается танка подрезать сейчас муталисками бы лорд. Ну что-то тут много мариков разгрузилось, и попытка подрезать муталисков увенчалась просто провалом вообще. То есть продолжает давить танк. Это ГГ что ли? Дайте я проверю. Что-то ни хрена. Так, ну тут дожимает, короче, танк Б-лорда. Вы видите. Ё-моё, я не туда пишу. Блин, не вышел ниоткуда, короче, я. Такой провал, короче. О, успела, отлично. Ну все, здесь танк дожимает уже, очевидно. ВП. А мы ждем продолжения, короче, ребята. Победитель номината выходит в полуфинал ГУФ УСК, собственно. ГУФ УСК, который за очки проводится, не за деньги, собственно, и... Поэтому не все игроки здесь катают, естественно, вот эту тему.
Что со скайпом творится у меня? Что-то не то. Сейчас, ребят, перезайду быстренько в скайп. Ссылка на сетку, если что, есть в описании, поэтому смотрите, кому надо. СМ готов. СМ готов. Улучшение завершено. Кому навешать? Улучшение завершено. СМ готов. Все, ребят, давайте чуть покомечу. Чуть посмотрел я в сетку, что там как. Посмотрел, что завтра за турниры. Завтра Starline, между прочим, группа первая будет, так что не пропустите, будет интересно. Но завтра я, наверное, перенапрягаться не буду, как все дни предыдущие. Завтра я так в конце вечера, может, расслаблюсь немножечко, не знаю. Отдохну, полежу, поставлю какую-нибудь запись, хотя хз уж какую ставить, надо искать что-нибудь там, да? Так, подбежали линги, сейчас отогнал, вообще-то там танках. Три ЦС-шки, две инженерки добавляются, как вы видите. Здесь у нас бараки без пристройки, делает Steam, факта и нет. Как-то странно танк-танк играет. Супер халявно, никак сейчас все тираны играют. Ну, надо мне надо еще делать из этого выводы свои, соответственно. Вот, потому что... Наказывать его надо, либо халявить самому. Опа! Кажется, Б-лорд уже решил наказывать. Мы посмотрим, что из этого наказания выйдет вообще. Так, Нидус на мейн пошел. Танк-танк его не видит в мертвой зоне этот низ, зато третью ЦСУху бодренько ставит. На 20 лимита танк-танк проседает сейчас. Можно Steam еще выбить. Стим выбивается, все, без Стима тиран вообще печально здесь будет.
То есть там Роуч один погиб, но это 1-1. Так, прибежали линги, нахрен они сюда прибежали, они не могут. Надо, надо было в Нидус их сажать, но в общем-то пытается там пробить. Депуху у нас получается, танк-танк. Куб было. 1-1, ребят. Так, куда Чалик все время прыгает? Чалик на окно прыгает смотреть. Любит он сидеть на подоконнике здесь, а здесь большой подоконник, и смотреть в окно. Блин, как-то холодно сегодня, смотрю. Так, ребята, 1-1 здесь у нас ситуация. Погнали далее. ТСМ готов. ТСМ готов. Так. Владимир Михайлов попался. Чё за Владимир Михайлов? Бывает. Crazy Hamster, что ты имеешь в виду? Из девайсов что-то или из... Я не понимаю. Чтоб тебе нужно играть в СК2, тебе нужна игра Лотв. Вот. Этаж пятый. Короче, игра Лотв нужна.
собственно говоря, голова, руки и желание в нее играть, и упорство. Просто тебе надо много-много трениться, потому что StarCraft игра напряжная очень. Тут побеждают самые жестики. Ну и поменьше пригорать, конечно. А в плане девайсов неважно реально, как бы нормальная мышка, клава. О. Опа, танк-танк теряет рипера, косяч. Погодите, ребят, честно, скайпом займусь просто. Что-то скайп долбанит, блин. Завершено. Показывает, что типа он офлайн, короче. Давай, удиви меня. ЖСМ готов. ЖСМ готов. Точнее, как будто он прогружается постоянно. У меня всплывает всякая хрень из-за этого. Скайпе, надо будет выйти из него просто тупо, если я буду ставить запись, а я буду, конечно, ставить запись. Вот куда же без нее сейчас? Так, здесь быстрый лейер был, делается на всякий случай Болент Нест и делается шпиль у Б-лорда. Танк-танк летит минкой шестью мариками дропаться. Ну, кстати, мута вот против такого билда заходит иногда неплохо очень даже. Была это не раз демонстрировал, но... 5 лингов и 3 королевы. Сейчас 6 мариков, блин, развалят здесь все к чертям. Видит дроп прикольно, прекрасно сейчас... Б-лорд, и нужно его просто встретить тупо лингами, сейчас королевами и все. Так, плюс 2 еще криптумора пошло. Еще третий криптумор делается здесь. Хорошо так, неплохо крип на данный момент тянет, смотрю, Б-лорд. Здесь минка что-то бомбанула. Так. Б-лорда дропает. Игра приостановлена. Так, все, короче. Отпаузил у нас судья. По рабочим в плюсе Б-лорд. Муталисков есть 6 штук, 7 строится. Минку вроде как выбил здесь. Криптумор хате не помешает. Не, вроде не помешает в перспективе хате. Здесь нету стима, здесь ни хрена нету. Лети, харась муткой просто нормально и все. Делать, чтобы Яна пробрить? Сложно сказать. Вот. Нужно 2 года позадрачивать просто часов по 8-10 в день.
Если бы она не проблеешь через это время, то хотя бы потренишься тогда, по крайней мере, и кого-то уж точно пробреешь. А так, конечно, на таком уровне тяжело играть. Ну что, у Лорда что-то тут стоит 102 на 108, не знаю, может, Минатыч ЗВЗ умеет играть, я думаю, даже Лорд лучше ему будет, чем танк-танк. Так, окружают тут Линга Бэйны со всех сторон. Марики падают. 109-04. Танк-танк, между прочим, двухбазовый прессинг играет. Для танк-танка это катастрофа, то, что сейчас происходит. У него даже ЦСХи третий нет. Он, конечно, с мейна может перелететь еще, как бы, да, занять базу. Но 57-45 по рабам. Ситуация печальная. Крипа здесь много, правда. Тут как-то плешь какая-то в тылу появилась. Крипа нет. Здесь надо криптумор поставить. Какой-то попёрся-то один здесь надо было ставить. Сейчас и здесь. Игра приостановлена. Что случилось-то? Лагает там у Белорда, не знаю почему. Так, что значит конфиденциальных сообщений чата отключена? Что это за конфиденциальность? Игра возобновлена. Танк-танка дропает. Короче, судя по всему, из репки будет восстановлено все сейчас. Потому что другого варианта я не вижу, так как танк-танк да выкинуло к херам. Ну что, жду инвайта, что-то инвайта пока нету. Короче, победитель будет с Минатычем биться. Я ради этого, в принципе, и начал стримить, потому что Минатыч в полуфинале как бы неплохо идет здесь. Вот.
Танк-танга синий экран словил, он пишет. Провал полный, скажу я так. Опять в скайпе сбросилась, короче, эта хрень. Что-то сегодня вообще какой-то косяк. Так, Forgive My Own. Первый старик это хорошо, но играй лучше во второй, тут полезнее, ребят. Всех приветствую я сильно, ребят. Продолжаем смотреть это все дело у нас. Скоро Минадж будет, будем за него болеть. Помните, поддерживать на меня и мой канал, естественно. Подписывайтесь на премиум, отключайте от блоки. Скайп вылазит поганый. Так, я еще не понял, а какой-то момент оказалось мы... Такое ощущение, что репка вперед еще перемоталась, короче. Какая-то другая ситуация совершенно в игре в этой... Или мне кажется, как бы... Мне, походу, сегодня кажется, я подустал за все дни стриминга такого плотного. Ну, завтра, я думаю, что отстримлю все после Starline, если ничего сверхкрутого не будет. Я после Starline закруглюсь, наверное, завтра отдохну немножечко, ребят. Так, рептуморов вперед много поперло. Очень много мутки уже у Белорда. 27 штук, это жесть полная. Четвертую хату сейчас он займет. Просто три юнита сейчас ключевых сбрил муталисками было. Танк и два либератора улетают. По-моему, одной муткой уже в лоб можно пробревать. Мне такое ощущение складывается, Мариков.
Хотя не мариков все-таки много. 1-1 грейды. У мутки тоже 1-1 на воздух, смотрите. Какой-то Б-лорд. Интересный чел. Линги 0-0, а мутка 2-1. Че за бред-то? Делай хоть коготь-то, чтобы больнее беллинги врывались. Он какой-то только на муталисков грейды штампует. А ультралов как свичится. Он вообще никуда свичиться не собирается, я так понимаю. Залетает Б-лорд на мейн, старпорт минус. Туретки пробривают, харасит дальнюю третью базу. Улетает сейчас. Либераторы сзади летят, ну а что они тут делают? Одного либератора принимает, два в тылу остались. Нужно добивать уже идти. Да, премиума не дорос, отблок выключил. Тебе респект большой очень. За любую поддержку респект большой. А главное, смотрите стрим на записях на моих, как я оставлю, оставляйте компы. Ну, либо смотрите, кто не видел. Потому что человек часы идут. Вот здесь у нас собирается, смотрю, по Б-лорд. Что у нас собирается? Б-лорд, кажется, собирается убивать танк-танков. Хотя он уже давно собирается. Ну вот сейчас беллингов уже 50, 46 плюс 10 морфится. 56 очень скоро будет штук. Заходит все это дело. Муталиски на 1-1 грейдах. Либератор просто какой-то гигантский дэмэдж наносит. Танк надо подрезать. Где беллинги-то? Куда они покатились? Вон Биус сбоку идет. Что Б-лорд делает? Так, идет вперед Б-лорд. Бейнов просто до хрена. Ну, марики на 2-2. 2-2 грейды против 0-0 беллингов, ребят. Все равно здесь на не выиграть все равно, но... Печальная у него ситуация. Так, грубый давно в старик перешел, из старика перешел. Он слаб в Старкрафте был, откровенно. Ну как слаб? Нет, кого-то он выигрывал, но не показывал и даже близко тех результатов, которые в Варкрафте у него были. Просто крутейшие. Вот. И сам я его не раз разваливал раньше, но он уже ходство там не играл. Он как-то из Вова еще, по-моему, ушел. Не стримит сейчас этот ход, который командно играл. Близок у тебя. Так, улетает медивак, 160 на 70. Ну тут все надо дожимать. Просто муталиски 2-1, муталиски просто разрывают. Их очень-очень много. Санчес активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Санчес Сэп. Все, ГГРик. ГГРик, ребятки. Ребятки, ГГРик. Минатыч против... Зерга, нам иначе еще написать, что он любитель мутки какой-то. Спасибо, пацаны, всем за поддержку. Короче, сейчас у нас Минато будет против Б-лорда играть. Ну, а потом финальческий, соответственно, будет. Я через минутку приду, ребят.
Так, ребята, я сейчас водички с пироженкой попью. Для того, чтобы голова получше работала. С такой хреновиной. Чуть-чуть. Вот. И имена-то против Белорда сейчас будет. Я уже говорил, мы ждем этот матч именно. Все, ребят, я здесь. Пирожных съел несколько штучек. Ну, Минато сейчас ждем, что тут говорить. Так, конечно, зрители. Thank you.
что ждем, ребята? Хотя бы музыку включал, перерыв какой-нибудь. В Старкрафте музыка играет. О! Хотя буквами желтыми не писал у меня просто. Так, что-то Минатыч там, надо спросить. Так, что-то Минатыч не отвечает тоже. Так. На кибете на Трампа ставить? Так я 2-3 бакса по приколу запилил, девяточку поднялась. У меня там нету денег реальных, вот в чем прикол. Ну, Трамп приподнял маленечко, да. А, 5 минут просил. Чел, блин, как долго, а? Не люблю я эти ожидания, ребят. Музыки у меня нет и не будет никогда, потому что... Не, ну когда-нибудь, может, будет зарекаться, не надо. Потому что у всех вкусы разные, нахрен это надо. Кому-то не понравится, что я люблю иногда. Да я вообще редко врубаю, как бы, музыку.
Паша там с Димой совместное задание какие-то отыгрывают. Ну а мы ждем Мината с Бистиком, ё-мо, фу, с Бистиком, долго мы что-то ждем вообще сидим, это просто дичь какая-то, меня уже утомило это ожидание, ребят, надо еще разобраться, чё б за запись мне поставить бы на сегодня. Так, попробую тут запись одну перемотать. Все, начали черкать вроде бродяги наши. Так, ну что, ждем хост. Паш там ветеран. Бьются там. Так. Так, где этот Белорд вообще? Над Риангом.
Поехали, короче, ребят. Что делать, если человек хочет на вершину рэпа? Нужно прочитать рэпак, короче. Как пацаны, просто гуглишь. Гуглишь вершина рэпа. Тебе удается видео, ты просто смотришь, как бы, и повторяешь. И ты там уже будешь. Артист рэпмен. Так уже такими темпами и с первым местом можно будет потягаться, я тебе скажу. Вот. И никакой десятки отрывок, кстати, нет, я тебе скажу так. Отрывов всего 7000. Ну что, поехали, Минат против Булорда бьется. Давайте посмотрим. Ну что, Булорд тут особо рабочих не контролит на мейне, что-то они все туда-сюда катаются. Минато все стоят четко вроде как на добыче. 14 дронов на данный момент. Минато пул первый, при этом все он был. 4 линга он строит сейчас. Что он сможет сделать 4 лингами, пока непонятно. Поехали. Вся информация в стрим-марафоне есть, где статистика на главной, короче. Там все есть. Тенденция неплохая. Конечно, неплохая. Я по 12 часов стримлю каждый день почти. И запись круглосуточно ставлю. Так, третья хаточка пошла. Здесь Минато лингов Белорда прогоняет. Белорд масит лингов, кстати, 18 штук. Делается Роуч Ворон. Третья хата. У Минато тоже третья хата делается. И Роуч Уоррен даже раньше у Минато, и рабочих у Минато даже больше, чем у оппонента его. Я на самом деле думаю, что Минато фаворит здесь Белордом, как бы, потому что, ну, Белорд хз, что за игрок вообще такой. Ну, зачем вот так драться, если можно вот сюда отойти и в этой горловине драться с преимуществом? У тебя больше линга будет биться, чем у оппонента. И
понимаю, почему Минат именно так делает. 7 роучи у Минато сейчас заказано. Нужно отступить назад. Сейчас может третью хату Минато на самом деле потерять. И это не очень хороший расклад, я вам скажу. Там тоже 7 роучи делается. Попытка Минато протянуть время как можно больше, чтобы роучи подошли сейчас. Блорд накидывается на роучи сзади, Минато там лингами дерется. Короче, отогнал сейчас оппонента своего. А там аж 9 роучи, это прессинг будет. Так, что ответ, не понял. Контролить надо за все расы. Особенно в Лотве. Очень-очень много. Просто контроль разный был. Ну, тирану кайтить там нужно много. Там, да заказ. Постоянно там все подводить, засаживать, высаживать. Зергу сплититься, там забегать. Ну, тирану тоже сплититься. Бежать там мультитас. Просто до хрена каста просто сейчас идет. Там дестабилизаторами стрелять, филды, штормы. Все это дело там в призму засаживать, блинк. То есть, ну, за всех до хрена нужно контролить. На высшем уровне нужно контролить за все расы, короче. Хорошо, естественно. Фаерболы пошли. Минат Човера выбивает. 3 плюс строит. Погодите, Минат что, улынить тут собрался, что ли? Там лейер уже как-то у оппонента все получше здесь у Блорда. Еще минус овер на центре. Минат тоже 10 дронов сделал. Нет, Минат не улынит и правильно делает. 10 дронов вышло, еще 8 заказано сейчас. Минат в наглую идет вперед. Нахрен так далеко-то эти линги, что ведь мувленные есть. Крена Минат охренел вообще. Прям здесь под второй базой оппонента подрезал. Не, ну такие ходы, это наглость вообще полная, честно сказать вам. Так, кто здесь лезет на окно такое у нас шерстяной? Хвостом виляет. Кто это здесь такой у нас лезет на окно? Шарик? Шарик, говорит. Шарик, китайский пес. Иди на окошко, потом с тобой выйдем. Понял? Иди, иди. Иди. Иди на окошко. Так, все, Чарлик. Чарлик, штора была прикрыта, надо было открыть, пустить. Так, ну Блорда побольше лимита. Блорда пораньше муфроу, чем будет сейчас. И надо что-то оверу. Сколько он уже оверов подрезал в этой игре? Он 4 овера уже срезал Блорду. Наглеет Минат. Сейчас муф уже будет готов. Здесь один всего реведжер. Он не может как бы оверов нормально сбривать. Так, еще чуть поточнее Минато кинул бы, так вообще замечательно было бы. 16 там роучи у Минато заказано. Здесь мув роучем готов. Блорд забегает на Минато. Отойти немножко назад. Фаерболами хорошо Минато здесь принимать. Куда ты реведжеров-то повел, Минато? Что ты делаешь? Блин, что Минато творит вообще? Реведжера выбил наконец-таки. Ну, в его реведжеров грызаются роучи оппонента. Ужасно Минато сконтролил. Просто ужасно сейчас Минато сконтролил, признаться честно. Ну, рабов больше, всего больше, то есть сейчас мув будет готов, Минато, в принципе, отбивается, как бы четвертая хата есть. Все нормально у Минато здесь еще пока. Главное выдержать прессинг вот этот вот жесткий. Реводжера чуть назад отвел, королева помогает, сзади там роучи в тыл выходит. Ну, короче, Минато отобьется, это факт. Плюс у Минато плюс 2 еще делается здесь. 13-30, пока по лимиту, правда, в плюсе был лорд. Королеву подвести бы не мешало бы, отводит. Королева Минато инъекцию еще одну кидает и ее в бой обратно направляет. Лорд от фаерболов уворачивается, но Минато нормально все делает, как бы прогоняет оппонента своего. Там на 4-ю хату урыв. Не надо на 4-ю урывов делать, говорит Минато. Еще и 3 реведжера при этом запиливать. Фаерболчик еще пошел один.
Нужно аккуратнее быть, мне надо чё. Ну всё, по лимиту уже близкая ситуация, как вы видите. Попытка от Белорда зашатать. Не получается просто так взять и зашатать. Минато наручий на вторую базу врыв принимает. Отдает, что ли, там 3-4 уже. Нет, 4 не отдает. Третью хату здесь покусил Белорд. Ну, 4 выжил, надо туда дронов сейчас и перевести. На мейне Минато отбился, изи сейчас. Свои личинки чуть не зафаерболил. Ну, чуть не считается. Минато в плюсе, у Минато есть плюс 2. Минато надо идти просто добивать, как бы, оппонент свой сейчас. И никаких других вариантов. Здесь дроны перевелись. Вот сюда добывают спокойно абсолютно. Королеву надо туда увести тоже. Ну, это 1-0 Минато, я думаю, здесь ничего не получится. Там забегание пошло. Ну тут лоб просто Минато убьет сейчас клан, на самом деле. Роучей много. Реваджеров сейчас будет еще очень-очень много у Минато. Фаерболов кидает. Главное самому на своих не отдаваться. Ну то бывает ведь и такое. Заходит Минато туда вглубь базы оппонента. Фаерболов чуть не выкидывает. Надо больше фаерболов выкидывать. Реваджеры падают, все падает. Здесь забегание роучей идет. Конечно, Минато недостаточно сразу лимит, чтобы все это принять. Куда-то там на мую все пошло, правда. Куда все на мую-то идет? 69-90, там две плеточки мне надо где-то делать. Где он вообще их делает? На третьей, там вдали, да. Минато все размен ведет сейчас. Убивает мейн, убивает третью. Здесь надо дронов принять. Дроны вообще в атаку идут зачем-то. Тем более тут плюс один не только грейды, а у Минато плюс два уж давным-давно. Так, заходит Белорд сюда. Руучи Минато зашатал, надо плетки перевести немножко поближе, наверное. Один газ остался в ВП, пишет Белорд. Сейчас хастану еще одну игру. Так, ну спрашиваю о готовности, Белорд пока ничего не сказал. Погнали. Если Минато победит, то он с Бистиком будет биться. Ну а судя по всему, Минато готов побеждать здесь, как вы видите.
Так, Минач выдвигается вперед сейчас. Белорд оббегает лингами, Минат четырьмя просто вперед бежит сейчас. Минато делается мув, у оппонента его мув не делается сейчас тупо как бы. Забегает Минато, видит, что хат только-только готова. И назад бежит, дрона уводит, понимая, что здесь забегание будет. И здесь как раз забегание идет в это время. Так, чуть одного линга Минат, но ё-моё, увёл уже, нафиг отдал в итоге, спрашивается. Куснёт сейчас, если этого линга Минат, то убьет, у него один хп. Куснул, разорвало беднягу. У Белорда делается лейер, у Мината не делается лейер. У Мината делается 6 дронов сейчас, делается Роуч Ворон. Ну, нужен ли Мината Роуч Ворон? Может, убить его нахрен каким-нибудь сгрызалитем, например, было бы. М0RDF поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает: спасибо за стрим. Играли сегодня как боги. Спасибо, Мордев. Не, сегодня на самом деле 3 на 3. Весело было, но какое-то у меня мертвое состояние, и много мы игр слили, как бы. В том числе и поэтому. Потому что все дни предыдущие я заниматься ходил, турник грусть и отжимался, а сегодня просто пришел и стримить уже начинать было, как бы не успел, и такое... Вяленькое состояние в итоге. Ну, завтра успею, я думаю, зайти. Но зато стримлю уже с часа дня, просто уже 11 часов почти. А еще впереди финал, между прочим, GoFSK. Так, Белорд тут бегает около Мината. Белорда Роуч пошли. У Мината третья хата. У Белорда причем Роуч с мувом. У Мината вообще нет ни лейера, ни хрена вообще даже. Не понимаю, как Минат собирается принимать этого Белорда, блин. Четыре Роуча вижу первых. А, ну здесь Роуч. Ну хотя, в принципе, здесь третья будет. Крип есть. То есть против мувленных Роучей достаточно отбиться в такой ситуации. И все как бы. Сдержать, выйти самому в муф и все. А преимущество есть в базу, как бы в экономике будет преимущество, естественно. Так, минус оверочек здесь был. Так, здесь мув у оверов есть уже. Пытается Белорд Мината окружить. Хрен там Мината окружишь. Минат сам фаербулит своих жилингов. Реводжеров подставляет под роучи оппонента. Ну что за ошибки глупые? Здесь есть плюс один, в итоге Минато без му просто сливается как-то нелепо, блин. Нужно разворачиваться домой идти, но тем не менее рабочих у Минато еще больше. Морфит еще реводжеров некоторое количество. Сейчас бы, если бы чуть больше лингов было, был бы в чем прикол? Они бы роучи вжали бы плотно вот так вот здесь, они бы не двигаться не смогли бы никуда, и фаербулы там легли бы просто плотнейшим образом. Что Минато делает, мне кто-нибудь может объяснить вообще? Минато заходит, его сейчас просто роучи скромсают реводжеров, и все, фаербулы пошли от Минато со стороны. Так, что-то он заходит, уходит, приходит. В итоге, слава богу, назад хоть ушел, потому что у него не погибло крит массы просто какой-то. Вот если все эти реводжеров убил бы, Белорд, Минато ничего хорошего бы не было. Фаербул по оверу, минус овер, сейчас опять начинается эта история. И здесь минус овер тоже, как раз фаербулы закдешли. Хорош Минато, все правильно сделал, что называется.
Там плюс 2 уже пошло, у Минат даже не делают пока грейды, вот это ошибка, я думаю. Так, Булорд Вулын пошел, да, так оно и есть, Булорд, что Вулын идет. Стабильно Минат, ну, фаербольчик выкидывает. Чтобы Булорд просто так не зайти было. Все, фаербольчик пошел, хорошо двухровочки накрыло сейчас просто фаербольчиком Булорда. Здесь попало один, и сейчас еще один попадет. Но Булорда что-то много, он ломится нагло. Минат 13 роучи в дозакате еще пока что. Фаербулами кидается Минат, но тут-то роучи на муве. Они заходят прямо в робогеров, блин. Я уже заговариваюсь. Какая стадия турнира, если уже кто-нибудь скажет, что это до того, как ты услышишь через 2 минуты меня, что это полуфинал GoFSK еженедельного, но где нет призов денежных за очки, чтобы на финал месяца пойти. 105-103 по лимиту, Минач заказывает плюс 1, но тут плюс 2 будет через 40 секунд, а плюс 1 через только 60, блин. То есть сейчас еще 0-0-0, Мината будет против 2-0 оппоненты. У Мината больше лимита пока что. Пока что вроде как... Да, Оби активировал премиум на ваш канал. Пока что вроде как битвит, спасибо, да хуже. Что-то мужик как-то странно к тебе озвучил. Или он так всегда озвучил. Я его что-то не помню. 106-94, прирост у Мината хороший, у него экономика получше. Немножечко. Реводжеры падают. Еще один реводжер подставляется. Все, ГГ пишем, ВП. Минат 2-0, Минат в финале против Бистика Булбитс этого зэ, блин. Хоть что-то мы сегодня посмотрим интересное, поэтому. Так, ребят. От вас мне, кстати, консультация нужна будет. Я с Ютуба запись хочу пару поставить. Вот. Так, на Корсаре Блай там неплохо в топ-4 попал, 10 бакинских получит. Вот. Я где-то брал, короче. Витамины, блин, купил и забыл вообще, что взял их с собой. Надо бы схавать. Не правда, что 3 нужно за день есть, как бы, по отдельности. Придется одновременно. Так, что-то я, кстати, пацаны. Не напилил цифру-то правильную.
Так. Versus 3D поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей. Покер 3D активировал премиум на ваш канал. Так. Так, галактический процесс, первая карта у нас. Оказывается. Спасибо Versus 3D громадное тебе за поддержку. Вот. Поехали, короче, все готовы. Фрост, вторая карта, последняя король Сиджун. Какие... Так, какие видео хочу поставить Ютубу? Я записи хочу свою поставить. Мне нужно сделать, чтобы одна за другой шла, как бы просто... Нужна ваша консультация, будет еще плейлист запилить, как бы вот мне нужно, что будет сделать. У меня там... Я зареген на канале, на нашем гудгеймовском. Спасибо, Versus 3D, неожиданно вечером, приятное, приятный рубелец. Плюсом, спасибо всем за поддержку, вместе победим, как говорится, блин. Так, Бистик Минато, это будет 3 за очки, короче.
Ладно, короче, потом за одежку. Спасибо, Сквайкер, за премиум версус, за поддержку. Потом, собственно, отключу, короче, этот паузу там. Проконсультируюсь с вами, короче, по поводу всех этих, всей этой шляпы. Вот. Так, летают риперки, харасят. Казалось, как будто Бистик через масс риперов, да, открывает. Смената даже тут роуч ворон делает. Как будто бы подстраиваясь под эту тему. А это фейкушные риперы, это между прочим, ребята. Это просто два рипера, реактор, факта старпуржит. Ему 30 цеха, нихрена Бистик, короче. Наглец. Обманул Минато, но Минато просто берет и риперов двух сгрызает, у Бистика нет контроля, 4 роуча заказано, но новые риперы не полетают. Неужели Минато не понял до сих пор, что это шляпа какая-то, а не масс-риперы? Так, Drunken Beer, сегодня БВшечку стримил. Вот, кстати, хрен знает, как этот турнир кончился. Надо бы проверить, сейчас пока диссекшона нету адового. Вообще ни хрена не обновлено, идите в баню все. Я имею в виду те, кто турнир этот там на Брафте, что-нибудь на Ликвипедии ни хрена не обновили. Вот. БВшечку я... Кстати, БВшечку надо будет выложить потом с ГГ-плеер, наверное, запись. БВшечку я стримил два раза уже. Одну четвертую турнира на Алрее. Вот сегодня полуфиналы стримил я. БВш, между прочим, Бису раскурил просто. И все. Так, у Минача 3 королевы, он собирается дропом королев в контри. Да не танк надо атаковать, а медивак этот, конечно. Так, пора дропать королев. Королева не дропаются. Минач, дропай королев под этот танк. Что ты делаешь? Куда ты полетел-то? Ё-моё, Минатыч. Так, там викинг ломает оверов, здесь танк курнул родного дрона. Где Минатыч контролит, я не понимаю вообще. Пытается подогнать медивак, но не получается. По лимиту. Бистика уже больше рабочих, смотрите. Третью цеху начинает добывать. Здесь масс-бараки пошли. 1-1 делается, Steam вообще не заказано еще до сих пор. Минат четвертую хат ставит, Минат надо в ультру, мне кажется, сразу поспилиться здесь и все. Викинг уже задолбал, вообще трех оверов сбил, сколько можно-то уже. Так, ручами, глингами везде все Минат грызет, чтобы танки меньше напрягали.
Силнаги контролят обе. Молодец, это правильное решение. Викинга на центре не мешало бы поймать как-нибудь. Так. Чё линги-то грызут? А, линги здесь парочку камней сзади, я просто не видел, как они грызли. Они грызли камни тоже, вот эти. Камни Минатыч пробивает. Другие камни, чтобы пробивать. Ну, по экономике, вообще по ситуации у Минаток... Вообще все камни Минато у себя пробивает сейчас, чтобы его не напрягал нигде. Хат какая-то сверхдемодженная, может протрансфьюзить ее, если королева есть. Не, лишних королев особо нет пока. Пошел хайп. Хайп такое раннее решение, конечно, правильно. И дронов много, это решение правильно, потому что Бистик пассивен сейчас абсолютно, он как бы... у него до стимпака еще там 80 секунд, больше минуты. Пока он будет выходить, то есть минуты 2-3 есть у Минато, особенно если он еще будет разводить здесь. Лингами подгрызать. Ну, здесь сенсор Тауэр, кстати, которая здесь все законтролит. А там три танка полетели. Что видит Бистик? Видит Бистик, видишь, Минато камни грызет просто. Дисперада. Новый патч выйдет. 20-х числах там когда-то. Вот, а пока смотрим StarCraft. Хороший StarCraft. Ну, патч новый будет. И здесь вот эти камни-то надо было пробить. Здесь вот надо бегать. Хорошо, танки сейчас просто тык-тык-тык. Три залпа, минус 5 криптумеров. Катастрофа, ё-моё, крипа не будет в этом направлении. Так, здесь что-то летает. Да задолбал этот викинг гонять эти стаи оверов уже по карте, блин. Ультра Кэйр Минат еще делает, кстати, обратите внимание. По лимиту Бистика больше, но если в ультру успеет Минато выйти, это шанс для него хороший на самом деле. Бистик уже вперед погнал, но бейнов нет, ни хрена нету. С миксом Минато надо в ультру успевать выйти, а без бейнов вот это тяжело очень принять на самом деле. Так, заходит Минато, Бистика танки делают залп, но надо было там принимать. На муле. Короче, судя по всему, это 1-0, потому что Минато... Минато не готов. Хату отдает, ультралов нет. Я не понимаю, вот это стрёмная на самом деле страта. Почему? До ультралов вообще доиграться не готов Минато. А как вообще? Ну, а если ран до ультралов будет тупо вперед идти, ну так... Надо чем-то принимать. То есть, такие выходы, которые близко к 200, получается, до ультралов ему вообще нечем контрить. Хотя бы Микос надо сюда добавлять. Ну, бейлингов нету вообще. Лучше даже не Микос, крипта много было, бейнов несколько штук. Так, здесь линги в тыло забегают. Надо со всех сторон было ломиться сейчас, наверное, тогда. Сейчас два ультрала первых выйдут. Но они будут мягенькие еще. Здесь падает второй коготь. Это печаль вообще полная. Минат поломился вперед. В тылу на танки накидываются. Ультрал один есть, но он мягкий, я уже говорил об этом. Минус ультрал. 1-0 Бестон здесь побеждает, это факт вообще. ГГ Минато. Изи Бестон как-то вообще. Надо было успевать в ультру выйти. Что там за вторая карта? Фрост, вторая карта.
Поехали. Вторая игра, Минатч против Бестона у нас. Так, рекламку пыльну, ребят, помните про поддержку меня и моего канала, ребят. Подписывайтесь на премиум, отключайте отблоки, по реквизитам вся не через плеер напиливайте. Финансово поддерживайте, естественно, через плеер очень-очень важно в этом месяце поддерживать. Вот. За это всем громадное спасибо, естественно. Мы продолжаем смотреть матч финала ГУФ УСК без призового, который за очки. Бестон бьется, Бистик с Мината, сербский игрок из Сербии, в общем. Не Минатч, украинский игрок. Всех, я думаю, прекрасно вы знаете их. И одного, и второго. Минат стандартная, 17-я хата, Гаспул. Сейчас мув пойдет здесь через рипера от ЦЦХ. Минат его повезло, он угадывает с разведкой. А Бистик-то овера не видел, но он угадывает направление движения. Хотя, может, и спалил он овера даже. Так. Пролетает Бестон, а что это он на Ксилнагу полетел? Так, третья хаточка пошла у Минатча. Опа. А здесь у нас гелики, циклоны. Посмотрим, какой грейд первым будет. И этот тоже грейд этот делает первым. Да нахрен он вот этот грейд первым, я вообще не понимаю. Делайте вы синее пламя в 1000 раз. Круче будет работать. Вообще не видел ни от кого. Повезло риперу, выжил сейчас. Так, здесь 6 гелек. Сейчас циклон первый приедет. Вот овер халявный висит, можно захватить, например. Кстати, Мината, который очень сильно любит играть через лингов, против него этот билд вообще ништяк заходит, получается. Вот, и Мината сразу в панике
понимаю, здесь все плохо, может быть, пилят сейчас Роуч Ворон. Вести хорошо контролят. Так, армори доделываются, прям в стенке, кстати, доделывается армори. Циклу на уминат еще кружил, это правильное решение абсолютно. А что у нас роучи? Не знаю, что роучи, но хелбатов много здесь, 10 штук. Ух, два первых роучи у мината. Что он с хелбатами собирается делать, Минатыч? Что ты будешь делать с хелбатами с этими? Их просто нереальное количество здесь. Рибер минус, циклон чуть не фокусит Мината. Забегает Линги, хелбатом вообще это приятно все очень принимать, я вам честно скажу. Королев пожег здесь листик. И целенаправленно королев бьет. Да пошли ты на место через атаку, хелбаты блингов выпилили. В итоге Линги гигантский дэмэдж хелбатом нанесли. 1-1 сейчас будет у Мината Мухровичем. Главное, что выжил, можно теперь тащить на самом деле. 10 цеха только строится, третья как бы, и роучим как мув будет, вообще можно наваливать нормально. Ксилнаги стал Минат сейчас. Ну, Бистик сканет и выгоняет. Нахрен Минат здесь ходит-то? Ну про. А вот сейчас, смотрите. Тут, конечно, для Бистика все. Вот этот грейд вообще зарешал по итогу. Циклоны просто с этим грейдом роучи унижают, ребят. Мината терпит вообще дико сейчас. Вообще реально дико терпит. У них КД вообще что ли? У них КД быстрее становится, я не понимаю. А, у них КД быстрее, по-моему, с этим грейдом получается. Время станет 4, а так у нее 8, по-моему. Включи продакшн, или ты слепой? Ты именно слепой, причем именно через И. Еще бы залп минус 3 роуча было бы. Выдвигается Минач вперед, его больше реально по лимиту. Хорошо контрит за копочкой. Надо порегенить, конечно, вот этой хроучи сейчас. Что Мината и делает. Еще 8 строит. Порегенить-то можно было бы побольше. Здесь уже 2 танка у Бестонаса есть. Надо было бы делать на самом деле подземным ему хроучем. Пришел Мината. Еще 2 факты убийстика с лабораториями на третьей базе. Здесь 5 факторей на мейне. Полный, короче, трындец, мех. Мината делает шпиль, а что, 4-й базы нету, ни хрена нет. То есть экономики, потенциала, свитчев какой-то воздушной вообще нет. Никакой абсолютно потенциала здесь. У Мината, блин. Фу. Даже прощение. Я уж сонный, малеха. Так, масс-минки у Бистика пошли, вообще 7 минок вот он сейчас строит. Интересную какую-то тему хочет показать, походу. 10 минок строит Бистик. Закупка минком, вторая атака на технику делается у него. Синее пламя геликом. Мината свич муту делает. И 4-ю хатку добавляет.
Так, мутка куда? Мутка на менеджер залез. Здесь туретки есть везде, короче. Пошел выход. Рейд циклонов увеличивает дэмэдж захвата по боевым, по тяжелым. Так, 400 в 14 секунд, а так 400 плюс 400, то есть 800 по бронированным целям. Так, идет бить вперед. Циклонов, кстати, здесь не так уж много. Залпы от минок пошли. Хорошо, минки бомбанули сейчас вообще. Минат там фаерболами своих муталисков принимает просто. Не понимаю, отбивается Минат или нет? Минат-то отбивается. Хайф уже пошел. И четвертая хатка есть. 82 дрона. Экономика очень даже неплохая. Но куда ты лезешь? Две минки осталось здесь еще. Подземный мух пошел. Роучи надо увести. Минки принимай, Минатыч. Две минки принял, еще одну попытался принять, не получилось, но она в одного роуча жахнула, это нормально. Минат закопался и сразу пополз в подземный мух. Ну, сплетанулся хоть на разных танков бы, ё-моё, нацелился. Минатыч, что ты творишь, а? Ну танк, фокус, где фокус вообще? Вот, фокус попер. Отлично, молодец, Минатыч. Прогоняет 49-100. Так. А вот это уже вообще замечательно. И 6 корабль, сейчас бруды попрут на самом деле. Есть шанс у Мината втащить эту игру. Молодец, Мината держится молодцом. Здесь грейды 2-2, вот что еще Минат спасает вообще очень сильно. Идет Тор, куда ты идешь, бык? Бычара, ё-моё. И взял Тору, отпустил Минато. Палевно как делает, он, а это вот это вот все. Ребят, всех приветствую. Сейчас кончится все, вот этот финал, поставлю запись какую-нибудь на ночь. Завтра приду, завтра будет первая группа Starline вечером. Днем не знаю что, может быть, с Димагой братком поиграем, я, ну, там, 3 на 3, 2 на 2, посмотрим. Заехали адские как-то жестко гелики сейчас. Ну, брудов, кстати, нечем контрить особо бистику. Ну, что мне надо делать, объясните мне, это что происходит вообще? Один из дронов еще мне надо заказывает. Вот. А вы помните про то, что поддерживать на меня и мой канал, блин? Все дела. Подписывайтесь на премиумы, по реквизиту писания через плеер поддерживайте. Или отблоки отключайте. Также на группу ВКонтакте подписывайтесь, там все анонсы записи есть. Есть розыгрыш сейчас мышки с ковриком, там сейчас кому-то интересно, увидите сверху там. Ну и, кстати, на канал подписывайтесь под плеером в левом нижнем углу там, чтобы приходили вам уведомления. Так, сканет бистик. Здесь бруды, ё-моё, 6 штук. Чё, он вперед все равно пойдет? Минат что-то висит. Его сканет, он висит. А, у него вайперов 3 штуки. Ну, кстати, вайперы это интересно. Чем это интересно? Интересно это тем, что можно зеленку на викингов бодренько кинуть сейчас. Мината двигается вперед. Два дрона там опять погибают. Роучами надо бы отбить их уже. 5 карапторов Мината делает. Так, врыв куда-то вниз пошел сейчас со стороны бистика. Бистик сканет, видит, где Минато ходит. И отступает сейчас, естественно, назад. Ну, так время тянет, типа. И грейды воздушные пошли сейчас. Ну, вот что вайперы прилетели энергии по нулям? Ну, не по нулям 60, они ничего кастануть не могут. Вайперами надо... Причем надо где-то вот здесь, дома, из Валюшинов, из Хайва, по энергии получить бы сейчас. Так, груды бомбят КСМок, роучи бомбят КСМок, все бомбят, короче, КСМок. Мистик выдвигает вперед, у него много викингов, реально. Ну, зеленку кинь хоть, Минат, ё-моё, вытягивает викинг. А, на зеленку сотка энергии нужна, по-моему. Три вайпера отданы, короче, блин, такого вреда я давно не видел, на самом деле. Вместо того, чтобы пополнить викингам энергию, вайперам энергию, кинуть зеленочку... Минат просто на муве сливается, это печально очень.
Да точно уже, походу, Бистик не отпустит эту игру. У него 3 на технику. Ой, атаки, это жестко. Мне надо, конечно, 20 роущи делать. Что толку от них? Всю технологию слил. Вайперы, бруды, корапторы были, блин, просто растоптаны, разорваны в клочья. Что у нас по времени? Нормально у нас по времени. Ну, 24-158 по лимиту здесь у нас ситуация. На мейне уже викинги сидят, кстати, 1-1 грейды. Королев разваливают. Все, они тут разваливают. Грейтер Спайр они, походу, сейчас тоже развалят. Гэгэй, пишет мне надо. С каждым днем все больше рекламы. Это очень круто, что с каждым днем все больше рекламы. Потому что Миша, да, говорил, что рекламы больше становится сейчас. Ну все, Бистика поздравляем. Минатыч второе место занял. Я сейчас уберу задержку, вернусь к вам без задержки.